Друзья мои, уже не замануха какая-то, уже какой-то перебор уже, блин, реально. Здесь надо состричь, как говорится, эту хрень. Такая замануха мне не нужна. Так, ребятушки, трон. Кто-то спрашивал, ловит или нет. И судачок. Уголек его называют. Опа! Блин, это трофей. Это что-то тяжелое. Со стуком, блин, это точно не должен быть багром. Агрессор мой любимый. Что-то как-то странно он идет тут. Видишь, как-то он как будто еще даже работает вовле. Багр, наверное, блин, все-таки. Ну стук же был. На всякий случай. Неужели багр? Да? Нет, нет, не багр, не багр. Убери, убери. Давай. Блин, это первый трофей. Ой, друзья, Илюш счастлив. Красота, красота. Ой, Илюшки, 3 кило. Тра-та-та, тра-та-та. Ой, Илюшки, 3 кило. Первый, друзья мои, достойный клыкастик. На агрессор 217. Вот такой 217 агрессор выручает по трофею. Рекомендую. Есть. Есть, есть, говорю. Поменьше. Давай, 4-3. Раз, два, раз, два, раз, два. Давай.
торопись, столкни его. Убери пока, убери. Вот он. Все, опять сейчас ебаться буду, блядь. Слепаться хуй, блядь. Так, 217-й агрессор. Проблемы с пацаком теперь. Ай, блин. Что-то. Кастики на агрессор. Как сильно крупного нет. Ну что сказать? Какая вот рыбалка. Ребят, друзей встретил, подписчиков. Только приехали, вот интересуются, как рыбалка. Говорю, рыбалка отличная. Вот, так что наловите рыбу 100%. Вот. Передавайте привет, если сейчас не знаю, голос кого-нибудь там. Смоленску привет. Смоленску передают привет, если слышно было. Вот, так что вот так. Ну все, покидываю. Пока. Ну вот ребятушек знакомых встретили, подписчиков. На воде на самом деле очень много ребят с канала. То есть, ну не знаю, процентов, наверное, 90 точно. На всех базах, на Лес и Рыба, на Гремучем, у Романыча, на Углянке. Похоже, даже на песчаном берегу наши стоят. Вот, так что народу очень много и почти все знакомые. Так что, надеюсь, не утону, спасут. Все, друзья мои, рыбалка у нас закончилась очередная. Едем домой отдыхать. Наловили, ну, пипец, довольно-таки прилично. Сейчас не взвешивали. Вот, но я думаю, что вообще за выход где-то получается поймать, наверное, в общей сложности порядка там, ну, 15, там, может, 18 килограмм. Что-то отпускаем, что-то забираем. Вот. Довольно-таки удачно, успешно. Очень много сходов. Берет осторожно за задний крючок и прям вот чуть-чуть раз даванул и ушел. Вот. Иногда берет прям жадно. Вот. Один раз взял, прям вообще в тупку улетел. Вот. Говорят, что раньше, чуть-чуть раньше, там, дней 8 назад, там, ну, вообще, как бы это получается, 20 числа еще было заключено, но 20 числа, говорят, он прям брал жадных, наловил. Вот. Все, друзья мои, мы поехали, а то устали, надо покушать, уже все обгорели, и отдыхать надо все-таки, а не только рыбу ловить. Всем пока. Увидимся в следующих частях. Есть. Ух.